С начала апреля в Дагестане автоматически продлили инвалидность почти 5000 граждан. Об этом сообщает Главное бюро медико-социальной экспертизы республики. Там напомнили, что в условиях самоизоляции по всей стране учреждение работает в дистанционном формате. Таким образом, в ведомстве ограничили контакты, которые несут потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан. Ничего предпринимать не нужно. Срок продлен автоматически для всех, кто должен был проходить комиссию с 1 марта по 1 октября. Также продлена программа реабилитации и медикаментозное снабжение инвалидов. Консультацию по интересующим вопросам можно получить по номерам горячей линии. Вы видите их на экране.